пропонуємо дитячу комічну оперу «Коза Тереза», присвячену 175-річчю з дня народження видатного українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка. Бажаємо вам приємного перегляду! Жила-поживала уперта коза. Ніхто не міг їй догодити, ані бабуся, ані дідусь. Розсердившись, дідусь прогнав її з дому і вирішила коза оселитися в хаті лисички. Як не намагалася руденька прогнати негідницю, однак все марно. Звернулась тоді вона за допомогою до звірів, але вони не змогли зарадити. Залякала їх вередлива коза Тереза. Лише хоробрий рак не порак зміг вигнати нахабу з лисичкиної хатки. Thank you.
тривога. Козі моя мила, чи пила ти, чи ти їла? Ой, я їду не пила, я голодна була. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через рябинку та випила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Thank you.
Еще одно маленькое, но чудо, да, сегодня? Вот, наверное, из этих чудес и состоится наша жизнь. Ребята, я сюда поднялся, чтобы, во-первых, поблагодарить вас. Большое вам огромное спасибо за то, что вы сегодня сделали. Вы знаете, наверное, я уже говорил и говорю, что школа искусства в нашем городе была, есть и будет хранительницей культуры, хранительницы, наверное, вот того национального искусства, который вы сегодня видели. Без излишнего скепсиса, наверное, я скажу, что, наверное, и сегодня, и завтра школа будет, работает и будет работать на благо нашего родного города, на благо нашей Украины. Спасибо всем вам. Огромное спасибо. Но я понимаю, что не проблема. Я хочу сегодня на сцену пригласить, чтобы не забыть, прочитаю точно, директора благодійного фонду об'єднання світових культур Кобець Олену Анатольевну. Пожалуйста, Олена Анатольевна приехала к нам из Києва, и она накануне праздника Дня Святого Николая привезла нам костюмы, привезла нам звуковую аппаратуру, а всех участников концерта с ее легкой руки за сценой ждут вкусные, хорошие, сладкие подарки. И я с удовольствием говорю, представляю вам ее и говорю спасибо, Елена Анатольевна. Достойно аплодисменты. Мы подготовили вот такую подяку. Алина Анатольевна, принимайте от нас. Спасибо вам огромное. Это тоже вам. Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые присутствующие. В очередной раз убедилась, какие у нас талантливейшие дети. Вот просто радуется глаз, радуется слух. Я знаю, какой труд вложен в это сегодняшнее представление. Поэтому хочу сказать большое спасибо вам, Людмила Николаевна, вам, всему преподавательскому составу. Детки, вы большие умнички. Насколько вы красиво пели, насколько все слажено. Наши коллеги, вот Эдуард Викторович Земцов, директор третьей школы искусств города Краматорска. Мы вчера были у них в гостях. Точно такой же спектакль был и у них. Вот так совпало. 175-летие со дня рождения Николая Витальевича Лысенко. Поэтому вот так совпало. И мы тоже у них посмотрели. Очень достойно. А теперь вам. В общем, вступили мы в творческое соревнование. Я сегодня очень и очень, можно сказать, поражен слаженностью, мастерством, великолепным искусством, которое показали ваши ребята. Хочу сказать им огромное спасибо, но не забыть сказать спасибо их прекрасным преподавателям. Вот сидит такой замечательный оркестр. У нас все немножечко поскромнее было. Мы друг у друга учимся. И в следующий раз Олег Андреевич приедет на такой же, уже не премьера, мы будем обкатывать это спектакль. Ну, мы же на месте тоже стоим. Вот в этом и заключается соль
нашей всей жизни. Спасибо за приезд. Поздравляю вас. Уважаемые наши родители, зрители, огромное спасибо вам. Мы делали это не только для себя, мы же для вас стараемся и старались.